На форум прибыли 3500 партийцев и руководители регионов страны. Среди них и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В своем выступлении глава государства отметил, что в ряды единороссов вступают новые управленческие кадры, в том числе активная молодежь. Именно благодаря этому партия сможет выйти на новый уровень своей деятельности и стать прорывной в развитии страны. Также президент призвал прислушиваться к мнению граждан и в полной мере включаться в реализацию их инициатив. Лидерство не в том, чтобы обещать манну небесную, которая возьмется неизвестно откуда. Лидерство в том, чтобы принимать ответственные нужные стране решения. Но, конечно, при этом обязательно нужно идти к людям и показывать, разъяснять, говорить напрямую с людьми. Разъяснять, почему принято такое или иное решение. И почему оно является оптимальным для нашей страны и в наше время. По мнению главы Кубани, такой подход можно применить в регионах. Время диктует новые реалии, поэтому нужно вырабатывать иные подходы и управленческие решения. Краснодарский край готов полностью помогать в этом вопросе, отметил Вениамин Кондратьев. Также на планерном заседании участники обсудили важнейшие задачи, которые стоят перед партией и страной, а также обозначили пути их решения.